Всем привет! И в этом видео я расскажу, как каждое утро я возвращаю себя к жизни. Поговорим, как за пару минут сделать освежающий макияж. Я, например, его обожаю, делаю каждое утро и в последнее время даже на съемке видео. Ну что, давайте начнем. На кожу лица я уже нанесла увлажняющую сыворотку. После этого, конечно же, наношу тональную основу для сухой и комби кожи с довольно легким покрытием. И, конечно же, надо не забыть о бровях. Я использую карандашик с AliExpress, моя палочка-выручалочка. В качестве теней я буду использовать свои любимые кремовые тени от Maybelline Color Tattoo. Каждое утро я беру всегда разную палетку теней и выбираю самый темный оттенок. Ну вот как-то так под настроение. Плоской кистью я делаю маленькие такие полустрелки. Тушью хорошенечко прокрашиваю ресницы, стараюсь прям от корней до самых кончиков. Дальше наношу самую нейтральную пудру на Т-зону, то есть на те участки кожи, где она блестит. Чтобы добавить живости макияжу, беру свои румяна с AliExpress и наношу их на яблочки щечек. Остатками продукта прохожусь по местам коррекции. Все с того же AliExpress. У меня есть вот такой вот бальзам для губ, самопроявляющийся. Видите, он в тюбике зеленый, а на губах становится розовым. В последнее время не могу ходить без сережек. Вот такие вот гвоздики с розовой жемчужиной мои прям самые любимые. Распускаю волосы и как-то вообще не наблюдаю там объема. Поэтому деревянной расческой расчесываю их и беру сухой шампунь. Он не только матирует волосы, делает их более чистыми и свежими, но и значительно придает объем у корней. Вот то, что мне нужно. Взбиваю волосы пальцами, и вся моя укладка, в общем-то, готова. На этом все. Вот так вот каждое утро я привожу себя в порядок. Надеюсь, вам это видео было интересно. Если это так, не забывайте поставить ваш пальчик вверх внизу. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А я вас всех целую и пока!